Добрый вечер, уважаемые болельщики! Все любители спорта, приветствуем вас сегодня на матче регулярного чемпионата Олимпет молодежной хоккейной лиги. Сибирские снайперы принимают сегодня на своем льду омских ястребов. Это сибирское дерби. Что может быть лучше, спрашивается. Думаю, этот матч ждали игроки и болельщики. Матчи идут кость-кость, обычно всегда интересные, всегда напряженные. Будем надеяться, что и сегодня команда нас порадует и что-нибудь интересное подготовили. За микрофоном Сергей Кравдин, я проведу для вас трансляцию сегодняшнего матча. Команды завершили уже свою разминку, прозвучал гимн. Последнюю установку дают друг другу, а мы пока с вами немножечко познакомимся. Начнем, наверное, с составов, с первых пятерок, со стартовых звеньев. Команда «Сибирские снайперы». Владимир Табатчиков будет защищать ворота в старте, первое звено. Лизенков, Клёзов, Михалев, Беляков и Сыгаченко останутся на льду, остальные пока отправятся на скамейку запасных. Что касается команды «Омские ястребы», Сергей Долгов защищает ворота в старте. Первое звено. Данил Сысоев, 95-й. Давид Фаткулин, 90-й. Андрей Зайкин, 16-й. Дмитрий Хлопников, 23-й. Сергей Дмитриев, 80-й номер. Ну что ж, готовы, я думаю, наши команды. Интересное, напряженное противостояние нас с вами ожидает. 60 минут наслаждения на льду Сибирь-арены. Строятся команды на центральном кругу. Замечательная снежинка. Так, Клюсов и Фаткулин. За кем останется это первое вбрасывание? Сибирские снайперы оставляют шайбу за собой. Разводят через свою зону. Ну, дальше вбрасывает поглубже. Вот с первых же секунд начало такое. Бросок по воротам от сибирских снайперов. Конечно, хочется порадовать своих болельщиков. Из положения вне игры будет в случае касания снайперов игрового снаряда. Команда «Сибирские снайперы» уступили в последних пяти встречах. Понятное дело, что будет накал. И они будут прорываться к
к воротам соперника. Я думаю, часто мы их будем видеть в нападении. Что касается команды «Омские ястребы», в последних 5 матчах 3 победы, 2 из которых подряд, то есть у них серия побед, у сибирских снайперов серия поражений. Крайний матч команды провели 26 августа, это был товарищеский матч. Ястребы тогда одержали победу со счетом 2-3. Это уже нам и говорит, что даже на каких-то предварительных таких этапах напряжение было 2-3 лишь в одну шайбу. Снайперы уступили. Посмотрим, что будет сегодня. И опять же, если сибирские снайперы в последних 5 матчах не одержали победу, не только в этом случае. Также 5 матчей подряд в очных матчах омские ястребы одерживали победу. Я думаю, зуб-то есть все-таки. И будут готовиться подарить своим болельщикам на своем же льду сегодня победу. Восточная конференция. Золотой дивизион. Сибирский снайпер. 9 место занимает. 65 шайб за 20 матчей забросили. 77 пропустили. 77 это пока самый худший показатель в дивизионе. С последнего места нужно уходить. Но, к сожалению, даже в случае сегодняшней победы по дополнительным показателям подняться выше не получится. Зато они максимально сблизятся с вышеидущим соперником. Омские ястребы более-менее получше там дела обстоят. 4 место занимает. 62 заброшенные шайбы и 49 голевых. 49 пропущенных, конечно. 49 пропущенных. Что касается лидеров. Михалев. 9 плюс 8 у команды «Сибирский снайпер». Это 17 очков. Точно так же у Клёсова. 17, но там 6 плюс 11. У омских ястребов Власенко. Там 5 плюс 8. Не стал фиксировать. Развучал свисток. Другие звенья, другие сочетания появятся у нас на льду. Посмотрим, как игра у них пойдет. На самом деле достаточно бодро. Бодро начинают идти и другие. Включаются с первых самых секунд. Ну, мы отыграли пока 2 минуты. Моменты были на самом деле. Снайперы в свою зону откатились. Такая вот длинная передача. Посмотрим, как дальше игра пойдет. Перехватили красно-белый. Омск. Тоже ошибка. Тоже ошибка с передачей. Успевает вернуться. Вот уже проходит синюю линию соперника. Пытался себе на ход вот так оставить эту шайбу по центру площадки. Ну, дальше далековато ее от себя увел нападающий омской команды. Силовая борьба, посмотрите. 2-2. Шайба, только вопрос, за кем останется здесь. За сибирскими снайперами. Конечно, нужно убегать вперед, подаваться и болельщиков. Их эмоции сейчас тоже наблюдаю. Перехваты и снова атака. Может получиться у омских ястребов. Там Табатчиков за своими воротами шайбу остановил. Соответственно, прервал передачу по борту соперника. Может быть, успеет на самом деле. Да, отбороли шайбу. Осталось сделать грамотную передачу. Передача это на защитников. Аккуратно. Это был Беляков. Второй номер в составе команды «Сибирские снайперы». Чуть назад. Перехватили. На передачу бросок поворотом. И первая заброшенная шайба. 3 минуты 35 секунд потребовалось команде «Сибирские снайперы», чтобы открыть счет в этой встрече. Ликует Сибирь-Арена. Шайба под номером 1 у нас случилась. Ну вот, отличное начало для новосибирской команды. Вот она, жажда жажда забрасывать шайбу, жажда побеждать, имею в виду. Зенков, замечательная передача. И первая шайба оказывается в воротах Сергея Долгова. Объявит нам по стадиону сейчас автора. Владимир Михалев становится автором этой заброшенной шайбы. Поздравляем. Объявляли мы его лучшим бомбардиром. Это 10-я его заброшенная шайба. Он сравнялся по этому показателю с Арсением Маградзе. У него тоже 10 голов. Ну, теперь Михалев Клёсова-то перешел по набранным очкам. Наличный лидер. Чем Клёсов ответит?
Омские ястребы еще интереснее, чем ответить. Я думаю, это пропущенная шайба их как-то разозлила уж точно. Они сейчас проводят время в зоне атаки. Но шайбу эту нужно у соперника еще отбороть, конечно. Вот, отобрали. Дальше идут. Это 69-й номер. Вот уж бросок поворотов. Здесь Долгов выручает свою команду. 28-й номер в составе новосибирской команды бросал. Вот повтор. Спасибо нашим операторам. Шайбы под номером один. Пока первый и единственный. Но это только начало. Это только начало. Вот уж попытка. Где шайба? Шайба во владении омских ястребов. Да, Дмитрий Хлопиков, защитник омской команды. Находился сейчас шайба. Вброс такой интересный. Смотрю, на судьи нет положения игры. Все, в рамках правил можно играть дальше. Отбороть шайбу. Отличная попытка была на самом деле. И Долгов ворот там немного потерял даже. Ну, вот шайба за воротами. Там уже снайперы постараются вернуть ее в расположение зоны соперника. И остановка. Поменяются сейчас наши игроки, другие звенья появятся на льду. Посмотрим, как игра пойдет у них. Конечно, здесь нужно меняться. Частые смены могут принести успех. Не заигрываться. Устали, заменились. Снайперы в очередной раз вставляют за собой точку. Вот, заметил уже. Далеко не первая. За эти 5 минут. Вот перехват. Контролирует шайбу. Нет передачи на самом деле. Пытался, наверное, сам бросить все-таки. Хотя вот Кухно. Активные его действия были. Что дальше? По борту. Особо ничего придумывать сёмским ястребам снайперы не дают в своей зоне. Да, они входят где-то и без труда на самом деле бывает, но при этом задержаться там надолго не бывает. Вот, например, как сейчас, то, о чем я говорил. Войти, вошли, ну, дальше 2 метра. Шайбу контролировать уже соперники не дают. Хозяева площадки пытаются оставить шайбу за собой. Перехват не удался, и снова команда гостей будет стараться прорываться вперед. Между прочим, сделал передачу. Да, ну, хотел сказать, не точно, а вот и нет. Сквозь троих соперников. Назад почему-то смотрел здесь нападающий. Ожидал передачу, а ее уже давным-давно сделали. Закрепиться нужно. Пошире встать, как минимум. 2 игрока борются здесь. Сбивают. Сагайченко был, впрочем, защитником заявлен. Так, ну что ж, уважаемые болельщики, первое удаление. Первое удаление в матче. В штрафном боксе оказывается Андрей Курзин. Защитник под номером 81. Защитник омской команды. Снайперы получают численное преимущество. Посмотрим, как пойдет игра в формате 5-4. Ястребы выиграли точку машинально. Ментально просто выбрасывают шайбу, чтобы по наработанным таким схемам все быстро и уверенно. Но при этом сибирские снайперы попытались все-таки войти сразу в зону соперника. Там было бы положение мини-игры, поэтому приходится откатываться. Причем даже до своей зоны. Снайперы. Вот один открытый игрок уже давным-давно шайбу поджидает. Дальше передача за воротами. Активные действия вижу от Михалева. От Михалева опять же. Закрепили. Броски по воротам нужны. Нужны броски. Без них заброшенных шайб не бывает. Снайпер вот здесь, думаю, по центру. Да, готовился. Готовился здесь игрок. Так Лёсова выводили под бросок. Пытались даже замениться. Летает шайба, между прочим, рядом с голкипером. Даже с Долговым. Он пытался ее в ловушку поймать. Неудачный выброс от омской команды. Попал в соперника. Но сейчас, думаю, уже получится отправить шайбу как минимум в среднюю зону, чтобы скоротать время меньшинства своего. А там им 50 секунд остается отобороняться. Снайперы. Один уже позади, один в штрафном боксе. Еще двоих попытались объехать. Но нет. Этого не случилось. Пока неплохо обороняется
Омская команда. Я вот не припомню, на самом деле, прям бросков таких по створу ворот Долгова в этом большинстве. Но это еще не все. Все-таки 20 секунд. Главное снайперам выйти из своей зоны. Ошибаться уж в своей зоне точно нельзя. Активный прессинг от омской команды. Наблюдали. Неплохая задумка с передачей на Головнева. Ну, сильно-сильно ее отдал, получается. Все, команда «Омские снайперы». «Омские ястребы», пишу извинения, играет в полном составе. Насчет снайперов. Им как раз-таки большинство вот это реализовать не удалось. Ну вот, может быть, в равных составах игра пойдет как-то более привычно. Вот такая попытка тоже интересная была. Давид Фаткулин, центральный нападающий первого звена, оказался перед Табатчиковым, но бросить уже не хватило времени. Скорее всего, не сил. Думаю, сил-то точно есть еще. Это ведь только первый период. Снайперы! Две попытки сделал, чтобы оставить шайбу с собой здесь нападающий. Еще одно удаление омской команды. Там лежит игрок снайперов на льду. Без травм самое главное. При помощи партнера поднимается здесь нападающий. В любом случае, большинство для новосибирской команды продолжится. В этот раз Дмитрий Хлопиков на 2 минуты наказан. Ну, большинство — это всегда, в принципе, подарок. Просто этим подарком нужно еще грамотно воспользоваться. Первый раз не получилось. Я думаю, порадовать болельщиков со второй попытки-то уже можно. Выбрас. Очень грамотно. Ястребы выбрасывают эту шайбу подальше. Тут даже до Табатчикова шайба дошла. Он остановил для партнеров. И теперь защитники будут искать, кому же выгоднее будет отдать передачу. Замечательный вход в зону. Прорывается в одиночку. Бросает по воротам. На месте Сергей Долгов. Хорошее спасение. Ну и не менее замечательный выход от новосибирцев. Сохранили шайбу. На синей линии грамотно сыграл Беляков. Снайперы что придумают? Опять же бросок от синей линии, с центра площадки. Ну, мы такие моменты уже Сергей Долгов-то раскусил у своих соперников. Нужно что-то придумывать, как-то разыгрывать. Долгов тоже уже достаточно опытный голкипер. Ну, кстати говоря, давайте по статистике голкиперов пройдемся, объявляя статистику. Голкиперов мы вообще знакомимся сразу с половиной команды. Так вот, Сергей Долгов 6 матчей провел уже за омских ястребов в этом сезоне. На его счету получается 2 победы. 154 броска по воротам соперники нанесли. По створу его ворот 14 пропущенных шайб. Процент отраженных бросков 90,9. И коэффициент надежности 2,81. Правильнее будет сказать, но здесь игра остановлена. 46 секунд на большинство остается команде «Сибирские снайперы». Ну, второе большинство уже складывается, на самом деле, получше, нежели первое. Но при этом заброшенных шайб в формате 5-4 мы с вами еще не видели. В любом случае, шайбы у снайперов есть. Ну, большинство нужно как-то исправлять на самом деле. Вроде на синяя линия. Одного прошли, второго не получается. Но тот очень хорошую борьбу навязывал 27-й номер в составе команды «Омские ястребы» Андрей Перфильев. Опять же, вот отмечают, у команды «Ястреб» только защитник. Нравится их игра сегодня. Закрепили. Сколько там? 10 секунд. Остается бросок по воротам. Выбросить шайбу не получилось. Совсем удачная попытка. Какая возможность была у Клёсова сейчас? Пустой угол ворот Сергея Долгова. Но не получается отправить туда шайбу. Все так быстро происходило, что сориентироваться не получилось на отскоке. В полном составе омские ястребы играют. Второе большинство подряд новосибирцам не удалось.
центр бросил, дойдет, ну, шайба, нет, не дошла до Долгова. Даже не стал касаться. Есть такое негласное правило у голкиперов. Не летит в створ, лучше не трогать. 5 сантиметров, наверное, от ворот. Шайба прокатывалась, но при этом Долгов оставил это дело защитником. Снайпер чуть назад. Такой перехват по борту. Вбрасывает. Там партнер далековато находился. Попытка была от 82-го номера Владимира Тимошенко. Да, игрок 4-го звена. Закрепились на самом деле в зоне. Посмотрите, омские ястребы. Ой, как не вовремя потерял равновесие игрок. Но при этом сделал грамотную передачу. Да, опять же, Тимошенко. Бросают. Неплохая попытка. И сохранили шайбу в зоне Спитака. Еще один бросок. Пытались нанести. Это Андрей Курьянов. Посмотрите, 4-е звено. В кураж вошли. В зоне соперника. Спустились к синей линии. Бросать не имеет смысла на самом деле здесь. А вот если разыгрывать через защитника, может что-то и получится на самом деле. Омские снайперы отбросились. Проброс будет зафиксирован. Зафиксирован нашими главными судьями. Подустали, подустали. Хотели замениться. Но вот этот выброс оказался не совсем удачным. И звену придется вернуться обратно на лед. Вызывает обратно судьи. Игроков и готовятся команды на точке. Вот увидел, что у сибирских снайперов на точке 25-й номер был. Это Кратков. Ой, какая попытка. Поточнее бы, на самом деле. Но еще будут моменты, на самом деле. Красно-белые. Пока круги наворачивают по зоне соперника. Пора бы уже снайперам отбирать шайбу. Тоже прорваться вперед. Да, преимущество в счете есть, но оно пока минимальное. Даже где-то более-менее футбольный такой счет. Хоккейные болельщики точно ожидают здесь какую-то голевую феерию, особенно от сибирского дерби. Вот, кстати говоря, про сибирское дерби. 67 матчей провели команды между собой. 26 поединков осталось за командой сибирские снайперы с омскими ястребами. 41 победа. То есть, ну, подавляющее преимущество, конечно. Но при этом, я думаю, что не все поражения новосибирской команды там завершались. Уверен, что так же, как и летом, в одну, может быть, шайбу. Борьбу-то навязывали всегда. Назад за ворота. Ой-ой-ой, там на подборе-то новосибирский игрок. Ошибались. Ястребы в этом моменте. За кем шайба-то осталась? Шайба остается за гостями. Гости прорываются вперед, но уже первого соперника пройти не удается особо. Ну, просто на подборе грамотно здесь сыграл нападающий. Бросок. Подлетает шайба в оградительную сетку за воротами. И все придется начинать заново. Начинать заново придется с выигранного браса. Несмотря за кем оно останется, затем, возможно, и продолжится атака. Вбрасывание в зоне Владимир Топатчиков. На самом деле, да, есть атаки у омских ястребов, но при этом мы не называем эту фамилию особо. То есть бросков по воротам-то особо нет. Я вот даже и не припомню чего-то такого опасного. Пастор ворот голкипера новосибирской команды. Хватили. Вот бросок тоже неплохой. И наблюдаем, так сказать, продолжение атаки. Но здесь-то как раз-таки перехват был. Снайперы бросили. Там приходится покой Толгова нарушать. Он катился за свои ворота и делал передачу уже пылевым игрокам. А там не может пока определиться защитник, в какую сторону ему катиться. Принял решение. При этом пытался начать атаку. Ястребы по левому борту пытались что-то придумать. Центр сместилась шайба через рикошет. После него точнее. Успели замениться. Более свежие игроки сейчас появятся на льду полностью. Пока не все звено успело замениться. Снайперы
где открытые игроки. Кому здесь делать передачу? Очень хорошую борьбу показывал. И навязывал при этом, да, и 90-й номер. Это, опять же, Головнев. Уже не первый раз отмечаю центрального нападающего третьего звена. Нравится его игра сегодня. Дальше шайба опять же во владении омской команды. Может быть, по счету снайперы ведут. Ну, контроль пока шайбы. Причем вторую половину первого периода остается за омскими ястребами. Первые 10 минут моментов больше было именно у команды хозяев. Ну а теперь точку перенесут уже из зоны Табатчикова. В зону омских ястребов. Очень важная точка. В принципе, для обеих команд. Новосибирцы постараются оставить ее за собой, нанести тут же бросок. Да, оставили шайбу за собой, но при этом тут же отдали сопернику. Неплохая попытка была, на самом деле. Выигранное вбрасывание тоже очень такой важный показатель. А вот на ваших экранах Владимир Табатчиков, голкипер новосибирцев, со своим замечательным спасением выручает свою команду. После первого периода, в начале второго, объявим для вас статистику по броскам. Очень интересный тоже показатель. Кто же перебросал? Ну, пока есть предположение на самом деле. Снайперы. Скатили. Ну да, должны здесь получить шайбу по борту. Не совсем удачно сыграли. Борьба продолжается. И борьба эта осталась за ястребами. Наносит бросок. Бросок заблокирован. Снайперы принимают самоотверженно этот бросок на себя. А здесь на пятак отдали передачу. Какая попытка. С пятака. А вот передачу отдавал 58-й номер. Это его момент. Он сам его лично создал. Там Матвеичев. У сибирских снайперов прям на пятак. Вот на ваших экранах, опять же, голкипер омской команды. Бросание будет в зоне команды гостей. Посмотрим, за кем эта точка останется. Клёсов у сибирских снайперов. Выигрывает. Выигрывает бросание. Не точно бросает Беляков. Но при этом по борту могли подобрать шайбу. Хорошей скорости показывал игрок омской команды, но попытались, и более того, это даже получилось. У команды сибирские снайперы. Это я про отбор шайбы. Они сейчас контролируют игровой снаряд за воротами. И опять же, такая вот силовая борьба. Силовой прием от команды гостей. Быстренько поднялся нападающий снайперов и продолжил борьбу за шайбу. Правда, уже в своей зоне игра это ведется. Ястребы. Бросок по воротам. Посмотрите, что делает Владимир Табатчиков. Из разных позиций. Уже чуть ли не в шпагате. Отправляет шайбу в ловушку. Тем самым останавливая эту игру. Очень важно выиграть точку новосибирской команде. Вот, посмотрите. Красота. Может быть, в какие-то топы игровой недели это спасение может попасть. При этом, опять же, посмотрите. 2-3 секунды. Омские ястребы очередной бросок свой по створу ворот наносит. Табатчиков снова в деле, снова в игре. Ястребы. А вот почему не рискнул здесь бросить от синей линии? Мне кажется, более выгодная такая позиция была у партнера напротив. Закрывали обзор на самом деле соперники. Толгов не стал отдавать своему защитнику, решив выбросить шайбу из своей зоны. Обороняются как могут, как хотят. Вот такая передача на левый борт. Активничать стали игроки омской команды. Владимир Табатчиков, вот и говорил, примерно
4-5 минут назад о том, что не припомню-то я бросков по воротам Табачикова. Тут уже, наверное, 5 бросков за 2 минуты нанесли омские ястребы. Стараются отыграть одну шайбу. С спокойной душой уйти на перерыв, который нас тоже в ближайшее время уже поджидает. Снайперы за своими воротами. Все, развернулись, пытаются начать атаку. Передача проходит. Не совсем удачно, на самом деле. Но можно из-за ворот соперника попробовать откатиться, попрессинговать там, в зоне омских ястребов. Бросают. Табачиков. И на воротах в защите действительно такой универсальный игрок. Пытается постоянно помогать своим партнерам по команде. Это как раз таки то, о чем я говорил. Что есть правило, не летит в створ, лучше не трогай про Долгова. Но он как-то особо не выкатывается. А вот Табачиков, напротив, помогает игрокам обороны. Последняя минута стартовала у нас в этом матче. Может, гол в раздевалочку с вами увидим. Это может подломить одну из команд в случае, если они такой гол пропустят. При этом эта атака начинается у омских ястребов. Отличная передача. Долго подстраивался под бросок, но шайба продолжает находиться под контролем омских ястребов. Здесь пора бы уже ее вывести куда подальше. Что и делают сибирские снайперы. При этом могут еще и добежать вперед в атаку. Коченевский. Да, 47-й номер. 10 секунд у него на то, чтобы развернуться, сделать грамотную передачу и нанести бросок. Может быть, ему самому или партнерам через защитников играет. Бросок по воротам. Долгов на месте щитками отражает. 2 секунды. Здесь уже, думаю, броска не увидим. Замечательный, насыщенный первый период. Но одна заброшенная шайба. Будем надеяться, что эти шайбы к нам все же придут в более поздних отрезках. Но пока командам и нам с вами нужно передохнуть. Увидимся после 15-минутного перерыва.
возвращаемся на Сибирь-арену. Матч сибирские снайперы, омские ястребы. Первый период позади. 20 минут уже игрового времени за плечами. Одну заброшенную жертву забили. Плана в исполнении. Владимир Пикалево, это подающий команды сибирские снайперы. Что говорит статистика на первом периоде? Броски по воротам 20-10, броски в створ 15-5. То есть три раза сибирские снайперы перебросали своего соперника. Броскам спорта, соответственно, голы 1-0, броски 1-7. Блокированные броски 2-1, слабый прием 8-3. Посмотрите, как включается с первых секунд во втором периоде команда из Омска. И вот такие вот моменты уже создает ворот Добатчикова. Два удаления было у омской команды первые 20 минут. Но ни одно из них не завершилось заброшенной шайбой. Уважаемые болельщики, возвращаемся к нашему противостоянию. Сибирские снайперы, омские ястребы. Первый период позади, 20 минут до игрового времени уже за плечами. И одна заброшенная шайба. Одна заброшенная шайба со стороны команды «Сибирский снайпер». Владимир Михалев ее забросил. Ну вот теперь второй период. Следующие 20 минут. Будем надеяться, что заданную планку наши команды будут держать. Но при этом заброшенные шайбы, конечно же, придут. Очень на это надеемся. По броскам створ 20-10, по броскам створ 15-5. Борьба у борта продолжается. Пару моментов уже, между прочим, омские ястребы создали у ворот Табатчикова. Что дальше ожидает нас с вами? Снайпер старается выйти в среднюю зону. Вышли, но остались без шайбы. Продолжается борьба. Красно-белые. Вот такой бросок по створу от синей линии. Скорее накат на самом деле, но при этом была возможность сыграть на добивании. Вы добежали, конечно, но может быть получится сейчас вывести партнеров в атаку. 43-му номеру в составе омских ястребов. Чуть назад. Ну и теперь все заново. На самом деле игровой снаряд надолго ни у тех, ни у других не задерживается. Только-только шайба у снайперов, потом снова у ястребов. И так по новой. Но вот сейчас новосибирская команда создает неплохую атаку. Пытается закрепиться. И даже бросок по створу ворот Долгова совершает. Щитком Сергей отражает. Надежен голкипер. Два раза снайперы играли в большинстве. По итогам первого периода два удаления было у омской команды, но ни одно из них заброшенной шайбой не завершилось. Вбрасывание переносит. Будет у ворот Табатчикова. Поменялись команды. А вот, вот с чем связано вбрасывание в зоне снайперов. Кратков наказан двухминутным штрафом. Это, кстати говоря, первое большинство для омской команды. Первое их численное преимущество. Посмотрим, как же они с ним расправятся. Только заговорил про большинство. Ну, если не так удачно все было у снайперов, может быть, ястребы все-таки возьмут инициативу на себя в этом показателе и сравняют счет в этом матче. В центральном кругу дальше вбрасывание будет. За кем останется эта точка? Поправляет тут арбитры. За снайперами. За снайперами вбрасывание. 28 номер. Тоже знакомый нам уже Решетьком. Набирает обороты все-таки. Большинство не резиновые. Им нужно воспользоваться. Порадовать своих болельщиков. Конечно, из Омска тоже смотрят нашу трансляцию. Может быть, приехал на Сибирь-арену сегодня подержать команду. Ну и вот смотрим на жесты судей. Еще одно удаление.
Еще одно удаление нас с вами ожидает. И снова оно у команды «Сибирские снайперы». Это 58 номер. Матвичев. 5 на 3. Полторы минуты, если быть точно, минута и 33. Но это самый настоящий подарок уже для омской команды. Посмотрим, что же они для нас припасли на этот момент. На такой случай. Полторы минуты обороняться предстоит новосибирцам. Кстати говоря, оставили за собой вбрасывание. Табеляков думал подержать шайбу, но пытался выбросить. Попал прямо на круг сопернику. Шайба отходит. Откатывается зона Долгова. Он там с воротами останавливает ее. А партнеры уже мчатся начинать новую атаку. Чуть назад. Отличный вход в зону. Все спокойно, все аккуратно. Николай Хворов. Отсюда будет бросать? Тоже партнер по команде. 95-й номер, если не ошибаюсь. Да, это Данил Сысоев. Бросок состоялся. Это первый. Ястребы. Очень долго принимают решение, но бросок все-таки постарались нанести. Опять же, 53-й номер. Его активные действия Артем Куликовский на первом периоде. Смотрелся. Вот бросок по воротам. Первая шайба от омских ястребов. Понятное дело, формат 5 на 3. Реализован. Более того, команда «Омские ястребы» будет играть в большинстве и дальше. Правда, да, уже в формате 5 на 4. Но принимает поздравления, посмотрите. 88-й номер. Это Николай Хворов. Прицеливался, попал. 1-1 на Сибирь-арене. Ну, тем интереснее смотреть. Это сибирское дерби. Тут должно быть много шайб. Интрига. Интрига должна быть до последних секунд. Мы в это верим. Но при этом матч на моменты насыщенный на самом деле. И у тех, и у других. Вот большинство у команды «Омские ястребы» больше отработано. Если еще и тут минуту отыграет. А, уже все, в полном составе получается. Пропало время. Пропало время с табло. Значит, посчитаем игроков. Ну да. Пока 4 вижу. Игрока у команды «Сибирские снайперы». И игра остановлена. Владимир Табачиков. Голкипер снайперов на ваших экранах. Вот если не ошибаюсь, его статистику мы с вами не объявляли. Давайте по ней пройдемся. Сергея Долгова точно помню объявили. Ну вот теперь голкипер новосибирской команды. 12 матчей, 3 победы. 384 броска соперники нанесли по створу его ворот. 34 пропущенные шайбы. 91,1% отраженных бросков. 3,4 это коэффициент надежности. Снова омские ястребы. Еще один бросок. Снова на защитников на синюю линию делать передачу. Вот такая попытка. Уже не совсем точно. Так. Никак не получается. Вот сейчас, наконец-таки, снайперы отобрали шайбу и даже попытались убежать в атаку. Выбрасывают. И приходится команде гостей откатываться в свою зону. Но при этом быстренько по себе подработали. И готовы бежать дальше. Штурмовать ворот соперников. Ну, теперь забросив шайбу под номером 1 для себя. Я думаю, вкус этой заброшенных шайб они почувствовали. И думаю, зачастую будем наблюдать их в атаке все-таки. Сибирское дерби. Отыграли одну и могут стараться выходить вперед. Владимир Табачиков. В каких положениях сегодня не оказывался. Но в большинстве своем с натиском соперников пока справляется. Готовятся команды к очередному вбрасыванию. Они в зоне новосибирцев. Оставили за собой точку.
По этому показателю, думаю, как и в первом периоде. Вот сейчас я отмечаю, что действительно игра на точке очень неплохо складывается. У сибирских снайперов чуть назад. Перехватили, но побороться еще можно за шайбу. Хотели за свои ворота, передача по борту. Все, снайперы, наконец-таки, вырвались в зону атаки. Давно мы их тут не видели с вами, в силу меньшинства, конечно. Это очень неплохо прошло омских ястребов. Теперь будут стараться возвращать себе преимущество в счете, но надолго за недолгого закрепиться не удалось. Сибирские снайперы. Тоже интересная попытка, но здесь очевидно, что игрок ястребов окажется чуточку порасторопнее, побыстрее. И пошел за ворота. Коченевский. А шайбой владеет 62-й номер. Это Иван Новокшонов. Через защитника. Вот такая попытка, такой бросок случился. Где шайба? Шайба у Табатчикова. Голкипер команды хозяев в очередной раз справляется с этим броском. Вот спасибо тоже нашим операторам. Посмотрите, какая попытка замечательнейшая. Шикарный бросок в исполнении Артема Зубкова. На этот раз Табатчиков на месте. Но Зубков может на этом и не остановиться. Управляет судьи игроков на вбрасывании. Развернулся так линейный. Сказал игрокам остановиться. Снайперы! Нельзя входить в зону. Развернулись. 69-й. Тоже в активные действия. Не зафиксировал шайбу долгов. Вот на битаке шайбу. Кто выбрасывает-то? Я думал, что порасторопнее здесь. Ну, как минимум, они поближе находились. Это игроки сибирских снайперов. Замечательно в обороне отыграли ястребы в этом моменте. Но при этом, как так допустили-то изначально, что шайба осталась никому не нужная на пятаке, и никто не может до нее дотянуться. А рядом соперники караулят. Вот хватил там игрок ястреба в травму получает. Какая неточная передача получается у Горохова. Поднимается игрок. Значит, когда красно-белый проходит синюю линию, бросают. Подборит 93-й номер. Вячеслав Малов. Недолго эта атака продолжилась, но при этом достаточно быстро пытаются создать новую. При этом снайперы перехватывают на синей линии команды гостей. Можно продолжить теперь свою атаку. Тоже череда ошибок и от тех, и от других. Некий сумбур чувствуется. Табатчиков на месте. Ну, тоже не такой опасный бросок. Скорее накат. Но, может быть, ударилась бы шайба в щитки. На это рассчитывал, что потом партнеры смогут грамотно сыграть на добивании. Опять же, Владимир Табатчиков тоже переживают серию поражений, которые нужно прерывать. Снайперы делают все возможное, чтобы очередное поражение не допустить. Но при этом инициатива пока переходит на сторону омской команды. Тоже в руки наворачивают бросок. Пытались нанести, он был заблокирован. А от синей линии будет бросать? Нет, делает передачу. Коньком себе так неплохо Андрей Зайкин подрабатывал. Ну, дальше выходит. Выкатывается она в зону Долгова, прям по створу. Долгов аккуратно делал передачу. Долго принимал решение, в какую сторону увернуться защитник. Тоже неточная передача. Но здесь, думаю, снайперы первые, но опять же вброс в зону. И игра остановлена. И игра остановлена. Вбрасывание, понятное дело, судья назначает в средней зоне. И ястребы оставляют эту шайбу, эту точку за собой. Справились здесь.
аккуратно. Такой перехват. 66-й номер в составе снайперов. Шайбу контролировал. Перехватили по аборту. Как-то задержаться в зоне соперника снайперам в этом периоде не получается. Вроде бы входит в зону спокойно. Вот здесь бросать, добивание! Добивание-то и не случилось. Я думал, что нападающий слева будет наносить бросок. Вот так вот пытались доверного разыграть и отправить шайбу в пустой угол. Но переиграть, опять же, Долгова не получается. Вот силовой прием от защитника омской команды. Продолжает активничать. Снайперы по борту выбрасывают. Вопрос, выбрасывают ли. Продолжается эта борьба. Никак не удается снайперам спокойно выйти из зоны, зато теперь на ошибке соперника это получается сделать. Не попал. Ну, во-первых, мешали активно. Очень активно мешали омские ястребы своему сопернику. Бросок. Отправляется табачика. Свисток прозвучал. Опять же, лежит игрок у снайперов на льду. За руку держится. Ну что, конечно, самое главное, чтобы травм никаких не было. Давайте посмотрим, что же здесь произошло. Он заблокировал. В него попала эта шайба. Это Нинаков. Ну, пожелаем, конечно, скорейшего выздоровления, возвращения. Самое главное, на лед. В ассистентах Николая Хворова Вячеслав Малов. Уже поздравим игрока с набранным результативным баллом. Принесли в бросовании, да? Ищи удаление, понятное дело, что тогда точка будет назначена в зоне Сергея Долгова. 62-й номер. Отправляется в штрафной бокс. Иван Новокшонов. Ближайшие 2 минуты там отсидит. В случае, если снайперы не отправят шайбу в ворот соперника раньше. Ну, 2 предыдущих большинства особо не задались. При этом тогда команда еще вела в счете. Была какая-то уверенность и спокойствие. Теперь счет равный. И непонятно, чем может второй период завершиться. Поэтому шансами, таким как большинство, просто обязаны пользоваться. Особенно команда «Сибирские снайперы», учитывая и турнирное положение. С 9-го места нужно выходить. Пока защитники между собой распасовываются. Дошла шайба до Долгова. И там Спитака пытался как-то добить эту шайбу. Если не ошибаюсь, 78-й номер Полежаев, возможно. Именно он находился ближе к Долгову. Так, вчетвером вошли в зону. Посмотрите. Подмога нужна. Все. Закрепились. Пошире встать только остается. Просит передачу нападающий на пятаке. Особо не дают развернуться ястребу сопернику. Вот сейчас попадает соперника. Еще одна попытка здесь по центру будет бросать. Ну, тяжело, тяжело было из той позиции. Соперник максимально сблизился. Очень понравилась игра Андрея Зайкина в меньшинстве. Это нападающий первого звена в составе омской команды. Снайперы. Угол площадки. Смотрите, какую грамотную передачу делает Михалев. Михалев, ну, лидер команды, да, понятны его эмоции сейчас. Вроде бы и все возможное сделал, чтобы эта атака продолжилась. Партнер ошибся. 10 секунд еще есть точно, чтобы войти в зону. Ястреб. Мощнейший такой выброс. И Табатчиков сохраняет шайбу. Но уже омские ястребы играют в полном составе. Большинство не задалось в очередной раз. И это, конечно, проблема со стороны новосибирской команды. Таких шансов, попыток может и не быть в дальнейшем сегодняшнем матче. Ястребы, конечно, пусть 3 раза и удалились, могут это пресечь, отработать,
играть более осторожно. Придется предпринимать какие-то моменты именно в равных составах. В принципе, тоже неплохо. Оценили, не набрасывали. Тоже замечательный момент. Красные. А вот здесь уже перехватывают. 3 в 1 получится. Может быть, и получилось бы, если бы не положение вне игры. Да, тут невооруженным взглядом было видно. Видели это все и главные судьи. Замечательная попытка, но поспешили. Поспешили партнеры. Вбрасывание будет в средней зоне. Сергей Долгов наблюдает тоже эту встречу. Вбрасывание пусть в средней зоне, но ближе к его стороне площадки. Оставили хозяева за собой точку. Вбрасывают от красной линии. И теперь грамотную бы передачу сделать пошире, стать чуть назад или на защитника. Да, на защитника пытались перевести. Вот она шайба. То есть, как будто в большинстве разыгрывает сейчас. Но уже в равных составах играет. Сибирский снайпер. Вот таких вот моментов не хватало. В формате 5 на 4. Выбросили ястреба. Правому борту. Разворачивается здесь. Вот какая попытка, посмотрите. Это 16-й номер в составе омской команды. Андрей Зайкин, опять же, между прочим, нашим ассистентом капитана. У этого нападающего. Ну и вбрасывание будет в зоне команды хозяев. Готовятся игроки на точке. Интересно, такая другая передача. Ну, да, партнера по команде она не проходит. Более того, омские ястребы тут же входят в зону соперника. На защитника передачи бросают поворотом, опять же. Бросков много. Если мы объявляли статистику за первый период 15-5 в пользу снайперов, то, мне кажется, за 15 минут практически игрового времени во втором периоде ястребы своего соперника перебросали. Малов проиграл точку. Снайперы что придумают? Вышли хотя бы из своей зоны, но при этом прозвучал свисток. Фиксирует судей проброс. Вернется, как шайба-то, вбрасывание в зону Топатчикова. И теперь уж, думаю, постарается команда «Омские ястребы» это вбрасывание за собой оставить. Вообще, выигранное выбрасывание тоже может быть залогом успеха. Знаем и матчи и континентальной хоккейной лиги, когда за 1,9 до конца матча после выигранного выбрасывания команда забрасывала. Так давно было в Москве. Поэтому эти моменты тоже нужно видеть и уметь их использовать. Если бы здесь на пятаке долгое время игрок находился, на самом деле, очень долго. Ждал передачу, защитники у сибирских снайперов не пытались его сбить с пятака. Неточная передача, этот вопрос скорости. Кто выиграет в забеге, того и шайба. Шайба у ястребов. Хорошо. На сетке ворот шайба осталась. Ее оттуда выбрасывал 27-й номер Андрей Перфильев. И при этом мне показалось достаточно опасно действовал. Могли же ведь и соперники перехватить. Сибирские снайперы были достаточно близки к этому игровому моменту тоже. На подбрине получилось сыграть. А вот теперь их атака тоже надолго не задержалась шайба в зоне соперника. Падает игрок. Смотрю сразу на судьи. Все в рамках правил. Можно играть. И сибирские снайперы снова проводят время в атаке. Вот только
закрепиться пока не удается. Борьба ведется, да, такая достаточно ожесточенная, характерно сибирскому дерби. И характерно то, что шайб здесь у нас на самом деле немного. О чем говорит нам счет 1-1 к концовке, можно сказать, второго периода. Означает, что у команд замечательная вратарская бригада. Ну и, конечно, линия обороны, я думаю. Все-таки команда достаточно уже опытная, то есть молодежная хоккейная лига. Там уже сколько матчей наши игроки провели. Снайпер. Вот такой бросок попадает в игрока омской команды. Если не ошибаюсь, этот бросок заблокирован был Данилой Сысоевым. Просто выбрасывали. А вот и нет. Это было так и задумано. Замечательный выход. Сейчас может получиться. Еще один игрок у снайперов нейтрализован оказался. Бросает по воротам. Вылетает шайба за пределы площадки. Игра снова будет остановлена. Почти 3 минуты до конца второго периода. Пока идем в темпе. Одна шайба за период. Одна шайба за 20 минут. Но есть еще время. Может, концовка второго периода нас с вами еще порадует. И болельщиков, которые смотрят на нашу прямую трансляцию. Ну и, конечно, болельщиков, которые сегодня пришли поддержать сибирских снайперов на Сибирь-арене. Не вижу шайбу. Шайба во владении омских ястребов. А отбросили снайперы, только это ли не кого-то на синей линии. Был игрок, но не успел за шайбой, поэтому сибирские снайперы начинают свою атаку вот таким вот выходом и таким броском по воротам Сергея Долгова. Голкипер на месте, но при этом вбрасывание будет в зоне омских ястребов, что очень на руку будет для новосибирской команды. Остается только выиграть вбрасывание. Нанести бросок, вот посмотрите. Замечательная попытка от капитана команды. Ну, передачу отдавать, как видели сами, здесь особо было и некому. Поэтому принял Решетько на себя это дело. И, в принципе, получилось достаточно неплохо. Очередной свисток. Повторяет вбрасывание. Напряжение на точке точно есть. Все-таки равный счет в дерби. Очки нужны и тем, и другим командам. А шайба у снайперов. Здесь бросить по воротам не получилось. Можно за ворота сделать передачу. И нападающий новосибирской команды быстрее здесь оказался. И дальше на подборе. Втроем, втроем. Ястребы бросают. Высоковато. Моментально закрепились в зоне соперника. Только-только оборонялись, соскучились по атакам. И проводят теперь свою. Более того, для них в этой атаке удобно. Скамейка запасных. Они уже успели даже выпустить на лед более свежих игроков. Ястребы. Отыграли на себя шайбу. И готовы снова идти вперед. И неужели здесь на синей линии не сумел сохранить шайбу Шульга? Шульга не сумел, зато Егор Едыкин на ваших экранах проводит очередную команду. Если с ним вижу Сысоева. Это перестановки, извини, случились. Омской команды. Шульга. 80-й номер. Защитник 4-го звена. Свою атаку проводил, кстати говоря, неплохо, но попал соперника не по створу ворот. Объявили нам уже о последней минуте второго периода. Очень быстро, динамично игра проходит. Владимир Табатчиков все контролирует, в том числе и шайбы. Накрывает ее ловушкой и дает возможность замениться своим игрокам уже наконец-то восстановку, а не по ходу встречи, там ненароком никакое нарушение численного состава не образовалось. Теперь все спокойно. 53 секунды до конца второго периода. Ястребы. Вот такая попытка.
Ой-ой-ой, посмотрите, что сейчас сделал игрок сибирских снайперов. Красивый силовой. Еще и в атаку устремились. Здесь можно подработать очень удачно. Для 69-го номера шайба осталось для Кухно. И я заметил, действительно, сибирские снайперы через защитников тоже играют. Всегда люблю, когда атаки проводятся через них. Вот я наблюдал Кухно, Шульга. Время в атаке проводили. Все, что такое интересное, нестандартное получается. Нападающих наверняка просматривают, к матчам готовятся команды. А на защитников могут и не рассчитывать. Их индивидуальные качества как-то рассмотреть. С игры есть еще время на бросок. Вон с них ястреба, бросок заблокированный, 3 секунды. Может быть, стоит бросить даже отсюда. Попытался, самое главное, игрок сибирских снайперов. И мы отправляемся на второй перерыв нашего матча. Совсем скоро вернемся. Что может быть число?
уважаемые болельщики, возвращаемся к сибирскому дерби. На Сибирь-арену сибирские снайперы и омские ястребы на табло за 40 минут игрового времени установили счет 1-1. Две заброшенные шайбы, да, стабильно. Один период, одна шайба, правда, уже от разных команд. И третий период, который может нам определить победителя этой встречи. Пожелаем командам удачи. Я думаю, что уже за два этих периода команды нам хороший хоккей и эмоции подарили. Но победитель будет только один. Посмотрим, остались ли силы и что припасли команды. Что касается статистики матча, она выглядит сейчас следующим образом. За два периода броски 30-33, броски в створ ворот 21-11. Опять же, сибирские снайперы по броскам по створу ворот ведут. Даже очень неплохой такой показатель. Удастся ли как-то переломить ход встречи омским ястребом, наконец-таки носить броски. Может быть, экономили силы специально для третьего отрезка, чтобы забросить побольше шайб именно в заключительном периоде. Знаем, в ближайшее время, в принципе, обе команды выглядят достаточно уверенно и достойно. Особенно для такого важного матча. Но будем надеяться, что все-таки шайбы-то к нам придут. Болельщики жаждут шайб. Ради этого они, конечно же, здесь и собрались. Сибирские снайперы за воротами соперника пытаются сохранить шайбы. Там потерял равновесие один из нападающих новосибирской команды. Но при этом шайбу сохранить удается. Посмотрите, только перемудрил. Перемудрил здесь нападающий. Пытался демонстрировать технику, мастерство, но соперников рядом оказалось побольше. Количеством тоже додавили. Ну вот здесь можно пошире встать через защитников. Очень хорошая попытка, опять же, от Матвеичева была. За ворот откатились, там сразу два игрока было какое-то время. Мне кажется, стоит встать пошире. Вот бросок с дальней дистанции, он оказался заблокирован. Ястребы пока только отбросились, а вот здесь на синей линии можно и сыграть на подборе. При этом далеко, опять же, уйти ястребам не удалось. Играть еще достаточно много. После перерыва-то, может, еще и отдыхает. А Батчиков что творит здесь? Все-таки, да, нужно наращивать количество бросков омской команды, поэтому активничали они здесь в этой смене. Да, сейчас, конечно, заменится, но посмотрите, что сотворили. Вот Маградзе, кстати говоря, был на ваших экранах. У него тоже 10 заброшенных шайб. Как у Михалева. Объявлял я статистику. Ну вот сегодня Арсений особо мы с вами и не называли. Не заметен сегодня, но, может быть, тоже экономит силы. Снайперы ставляет точку за собой. Бросок с дальней дистанции. До ворот шайба не доходит. Второй попытки не будет, потому что ястребы заполучили игровой снаряд. Но пока выйти из своей зоны никак им не удается. Вот тут подхватил спокойно по борту. Перехват. Здесь ноги нужно включать. Неточную передачу сделал. Но при этом, думаю, тут хозяева это уже не просто, хотел сказать, войдут в зону, а могут и провести интересную атаку, что они и делают. Позиционно пытались встать. Клюшка как не вовремя ломается у защитника снайперов. Он откатывается без нее в свою зону. И, посмотрите, Шульга даже отдал ее партнеру по команде. Говорит, на тебе, держи. Тебе нужнее. Ну, тут спасло, наверное, от самоимпровизированного формата вчетвером команду снайперы. Остановка встречи. В этот раз точка за ястребами. Туда за ворота откатили. Отбросили. Продолжают бороться здесь команды. Ну, позади находился игрок снайперов. При этом замечательная передача. Вот тут активничает 32 номер. Нинахов уже не первый раз. Это игрок 4 звена сегодня, напомню. Наверное, в каждом периоде я отмечал этого нападающего. Он действительно
за 40 минут игрового времени мы уже смогли с вами определить каких-то, может быть, так скажем, лидеров матча. Давайте попробуем всех вспомнить, кто сегодня активничал в состав сибирских снайперов. Не берем в расчет голкиперов, они сегодня прекрасны. Вот у снайперов выделил бы Михалева, Клюсова, Нинахова и Кишиневского. Это из нападающих, из защитников Кухно и Шульга. Что касается команды «Омские ястребы», у них тоже были активные игроки. Это полностью первое звено. Сысоев, Фаткулин, Зайкин, Хлопиков и Дмитриев. Артем Зубков понравился. Куликовский и Малов. Активно. Два периода проводили. Ну, вот третий период. Тоже могут игроки, которые незаметны были предыдущие 40 минут, себя с хорошей стороны, в хорошем ключе показать. Снайперы в своей зоне, вы посмотрите, потерял равновесие, при этом потерял шайбу, соответственно. И мы можем наблюдать атаку от Заикина. Играть достаточно опасно. Давил шайбу до самого Табатчикова и там только срезал в сторону. Могли бы и по клюшке соперники ударить и перехватить шайбу. Но при этом у нас достаточно опытные уже игроки. Думаю, сальдо-то виднее, что и как лучше. А вот тут снайпер, еще одна попытка, между прочим, с неудобной руки рискнул нанести этот бросок, чтобы не терять время. Разворачиваться именно вот таким образом нанес бросок. Еще одна попытка будет, но здесь уже развернулся. На пятаке шайба. Не понимаю, почему нападающий у снайперов здесь клюшку на льду не держал. Мне казалось, можно здесь махнуть и по пустым бросить. Сергей Долгов-то потерял на самом деле ворота в этом моменте игровом. Как говорится, пронесло, и будем смотреть дальше. При этом в третьем периоде команда «Сибирские снайперы» очень неплохо выглядит. Здесь бросать по воротам! Сбивают ястребы своего соперника, не позволив сделать тот самый завершающий маневр в виде броска. Теперь сами проводят атаку. Но ошиблись. Девятый номер пытался срезаться в центр у снайперов. Это Горохов. С этой позиции не рискнули бросить. Защитники тоже не берут ответственность на себя. Посмотрите. Нет такого бьющего игрока сейчас, бросающего. Ну, даже смену проводит снайперы в этой атаке. Все. Натиск немножечко подспадет сейчас. Игра остановлена. Долгов у нас Сергей сейчас, да, на ваших экранах. Партнеры подбадривают, это извиняются за то, что позволяет соперникам бросать по створу его ворот. Ну, играть еще достаточно долго. И все может измениться. Оно и должно измениться. У нас равный счет еще. Как минимум одну шайбу мы точно увидим. Вопрос только, с чьей стороны она будет. Отлично, по центру. Вот просто вброс, даже на смену поехал. Подустал здесь нападающий, если не ошибаюсь, это был Новокшонов. Табатчиков в сторону отбивает. Хозяева на подборе первые, за ворота отбросили. И дальше пора начинать как минимум выход из своей зоны. Потому что с такими темпами продолжится. Вот на одном борту подхватили, но втором ястребы могут надолго здесь задержаться. Неплохой перехват, но и ошибка с передачей в средней зоне, и удаление будет абсолютно очевидное. Все видят наши главные судьи, там лежит игрок у ястребов на льду. Будем надеяться, что ничего серьезного на самом деле, но до сих пор не поднимается. Я так понимаю, что это Давид Фаткулин. Удаление у Шульги. Вот и командный врач подоспел к средней зоне.
помогут сейчас игроку подняться. Ну, конечно, между прочим, центр первого звена. Лишаться такого игрока в дерби уж точно не хотелось. Но пожелаем здоровья Давиду. Вот при помощи партнеров его отправляют на скамейку запасных. Ну, большинство будет для омской команды. Посмотрим, как им удастся с ним справиться. Одно большинство они сегодня реализовали уже. Это был формат 5 на 3. Тут, кстати говоря, видеопросмотр. Наши главные судьи сейчас определяют, скажем так, уровень, степень наказания. Это могут быть и не 2 минуты. Ну, в работу судей точно не лезем. У нас очень опытная судейская бригада, который в ближайшее время свой вердикт вынесет. Ну, наши главные судьи сейчас увидят то же самое, что и мы с вами. Но пока в любом случае тренер команды «Омские ястребы» пытается какую-то новую тактику, похоже, своим подопечным объяснить, как действует следующее время в большинстве. Я вижу, что на табло загораются 2 минуты. Да, 2 минуты показывает судья матча. Ну и вбрасывание. Вбрасывание будет звонить Табатчикова. Свисток прозвучал. Предупреждение о готовности. Смотрите, уже будучи лежа. Лежа игрок на точке у сибирских снайперов сделал передачу, благодаря которой его партнер по команде выбрасывает шайбу подальше. И теперь есть возможность скоротать это время меньшинства своего. При этом команда «Омские ястребы» достаточно быстро в зону соперника шайбу возвращает. Еще попытка выбросить. По шайбе с первого раза не попал. Далее более успешно до средней зоны шайбы докатывается. Ну, здесь неточная передача. На синей линии защитник «Омских ястребов» не совсем аккуратно сыграл. Приходится откатываться за ворота Сергея Долгова. Ищет, кому выгоднее отдать передачу. Вот натиск оказывают снайперы. Приходится их объезжать. Это тоже потеря времени. Между прочим, ровно минута остается до завершения формата 5 на 4. Долгов оставил шайбу для партнеров. Вот здесь ошибка снайпера. Нужно пользоваться своими шансами. Перемудрил. Ох, перемудрил. Где шайба? Прозвучал свисток. Но вот это было сейчас опасно. Да, ошибка защитника омской команды. Без вопросов. Но вот сильно влево уехал один из нападающих новосибирцев. Потому что Долгов с улыбкой. Наверное, опять партнеры извинялись за такую ошибку. Он говорит, да ладно, я все исправлю. Да ладно, я все решу. Ну вот, посмотрите, момент какой был. Это Решетько. Решетько, получается, не сумел воспользоваться своим моментом. Но он был, наверное, один из самых опасных, как минимум, за этот период. Вбрасывание в средней зоне. Опять же до Долгова шайба доходит. Я думал, что он сам будет уже выбрасывать шайбу и выводить своих партнеров в атаку. Аккуратно. Время-то потихоньку тает. Полминуты на большинство остается у ястребов. А снайперы снова шайбы еще и выбрасывают ее подальше. Может быть, даже практически по створу ворот. Ястребы направо. Время есть. Еще и в зону успели войти. Можно постараться как минимум закрепиться. Ведь совсем скоро уже появится пятый полевой у снайперов. Тоже не точно. Команда «Сибирские снайперы» играет в полном составе. Шульга появился на льду. И сейчас была возможность отдать ему передачу. Он даже на синей линии соперника
готовился ее принимать. Долгов, посмотрите. Опять очередное его спасение. Очень много у него сегодня работы. Ну, на самом деле справляется. Так вот, Шульга сразу вышел со скамейки штрафников. Он открывался на синей линии, но передачу от партнеров не получил. Они приняли решение бросать самостоятельно. А Шульга тем временем поехал на смену. Теперь другое звено на льду. Посмотрим, как дела будут обстоять у него. Судя по тому, что видим 97-го номера, это первое звено должно быть. Михайлов, Клёсов, Лизенков. Из защитников пара Великов Сайгаченко. Хорошие скорости показывает нам здесь. Это как раз таки Михайлов. Ну же! Где шайба? За воротами. В подборе снайперы. Совсем удачная по борту передача. И теперь приходится возвращаться. Посмотрите. Самое главное, что успевает защитник снайперов. А на него практически три соперника летели. Защитник, не защитник. Это Михайлов, между прочим, был нападающим. Заявлен 97-й номер. Один из лидеров команды. Этот выброс нужен был, чтобы замениться. 10 минут из 20 возможных в третьем периоде команды провели. То есть половину третьего периода отыграли, остается вторая половина. И пока шайб в третьем периоде мы с вами не видели. Когда же они придут? Ну, конечно, хотелось бы на самом деле, чтобы эта встреча завершилась с игры. Это основное время, овертайм, да, булит, это может быть и хорошо. Пусть о них еще и очень рано думать, удаление будет зафиксировано. Но все-таки это сибирское дерби. Я думаю, что не только за счет удачи, но еще за счет личных характеристик и качеств этой встречи должна завершиться. Поэтому именно заброшенная шайба должна была быть. В штрафном боксе оказывается Полежаев. Это 78-й номер. В составе команды «Сибирские снайперы». Ну, посмотрим. Очередное большинство от омской команды. Пока все им на руку, но вот не удается большинству-то реализовать это. Анатолий Полежаев в ближайшие две минуты в штрафном боксе проведет. Но при этом, смотрите, вот делали передачу по борту, не успели до нее, и теперь игра в средней зоне. А там сразу три игрока у снайперов дежурят. Дабы не позволить ястребам войти в свою зону. Красно-белый, опять же, неудачная попытка войти. И здесь еще положение игры не будет. Кстати говоря, успел в самый последний момент. Тоже все грамотно получилось. Тоже я поспешил. 95-й номер. Через защитников. Это Андрей Перфильев отдавал передачу. Продолжается розыгрыш. Вот такой вот бросок мимо. Попытка в исполнении Николая Хворова. Снова будут на него вводить Табачиков. Дошла до него шайба. Он опять же выручает свою команду. По игрокам нужно встать новосибирцам. Закрывать бросающих. Еще одна попытка. Показалось даже, что могла в каркас с ворот шайбы попасть. Такая попытка. Расстреливают ястребы снайперов в этом большинстве. Это, наверное, одно из самых удачных. После одного из реализованных, конечно. 20 секунд обороняться еще сибирским снайперам предстоит. Неточная передача. Тают драгоценные секунды этого большинства. По-прежнему нет заброшенных шайб. Даже из своей зоны не получается ястребам выйти. Посмотрите, их двое. Хотя там лишь один игрок снайперов пытается прессинговать. В полном составе играет команда «Сибирские снайперы». Получили. Не бросок, конечно, но зато получился перевод на защитника, на 58-го номера. Здесь такая попытка по центру будет бросать. Сохранили. Сохранили за собой шайбу, уже хорошо. Напряжение здесь получили. На отскоке, кстати говоря. Я думал, что уже дотянутся ястребы до шайбы, но нет. Снайперы тоже нацелены на ворота, тоже пробуют свои силы.
Не вышла она за синюю линию. Можно атаку продолжать. Броски нужны. Головнев. Через всю зону соперника проехал. На смену отправился. Перехватили ястребы. Ну, тоже неточная передача. Чувствуется, наверное, и усталость в том числе у обеих команд. Еще 6-19, напомню, играть в периоде под номером 3. Основное время. Ну, ой, как долго. Но теперь забросили. Вторая шайба. Ликует Сибирь-Арена. Посмотрите, как разыграли. При этом была возможность раньше эту шайбу отправить. Нанести бросок в касание. Сибирские снайперы выходят вперед за 6-11 до конца третьего периода. Показывает нам Михалева. Неужели дубль? Ну, давайте посмотрим. Да, шикарно. Шикарно. Клёсов в ассистентах. Михалев гол. Где-то мы уже такое видели, конечно. Ну, Клёсов ассистировал на первой шайбе Михалёва, правда, там еще Лисенков был в ассистентах. 2-1. 2-1, уважаемые болельщики. Омские ястребы теперь в роли отыгрывающихся. Около 6 минут у них есть на исправление ситуации, но по хоккейным меркам это достаточно много. Красно-белые. Ну, пора включаться. Все-таки долгое время было достаточно. Счет 1-1. И нужно просыпаться, забрасывать еще. Пусть по столь напряженной встрече. Но можно отправлять шайбу в ворота. Команды это показывали. Ошибки есть и у тех, и других. Ими нужно пользоваться. Вот сибирские снайперы. Ошибка ястребов. Точно воспользовались сейчас. Защитники разыгрывают пока. Было касание, не будет. Проброс еще Григорий Хлебков. Ассистент, так тоже поздравим игрока. Еще одна попытка. Здесь не попал по створу. Это был 58 номер. Матвеичев, защитник команды снайпера. Хороший выброс. Приходится откатываться. Чуть ли не до своей даже зоны ястребом. При этом 5 секунд максимум, наверное, они снова в зоне атаки находятся. По левому борту проходит мощный выстрел, но достаточно мимо. Начинал атаку, между прочим, Горохов. Я заметил, что больше дающий такой игрок. Не сильно возможность начать атаку. Очень даже неплохо выглядит. Время медленно тает. И омские ястребы пока не могут заполучить шайбу, дабы закрепиться в зоне соперника. Пока дубль 97-го номера команды «Сибирские снайперы» приносит успех. Но еще есть время на то, чтобы отыграться омским ястребам, показать себя. Да, будет ответная встреча, конечно, она послезавтра сыграна. Но все-таки сегодня ждут победы. Шикарный момент, и снайперы им не пользуются. Более того, теперь еще и ястребы убегают вперед. Хорошая возможность. Вот игрок у ястребов в воротах оказался, но не шайба. Добатчиков справляется. Снова ловит ловушку. Я даже сам отбираю у него эту шайбу. И теперь вбрасывание будет в зоне сибирских снайперов. Да, может быть, тайм-аут брать еще рано, но я думаю, такой уже в планах у тренерского штаба омских ястребов уже, наверное, есть. За кем останется это вбрасывание? Остается за ястребами, понятное дело, им нужно отыгрываться. Ну вот не сказать, что ястребы больше замотивированы, нежели снайпер. Все-таки столько поражений подряд. Снайперам эта победа, как говорится, кровь из носу нужна.
рикошет от соперника. Игра остановлена. 3:12 до конца. Убрасывание. Ворот. Вот голкипер команды «Омские ястребы». Ворот Сергея Долгова. Объясняет что-то. Судьи игрокам, и снайперы оставляют точку за собой. Ну, неточная передача. И на подборе сыграть не получилось. Значит, пора устремляться гостям в атаку. Ну, здесь тоже ошибка. Здесь тоже ошибка. Действительно, наверное, тайм-аут в ближайшее время, ну, как-то нужно. Во-первых, передохнуть игрокам и тем, и другим. Где-то выслушать подсказки от тренеров. Как дальше действовать? Ну, ни в коем случае, конечно, в своих зонах не ошибаться. Смотрите, как грамотно остановил шайбу на синей линии 27 номер, это Андрей Перфильев. Уже можно было быть уверенным практически, что она выйдет. Вот он где-то показательный, но шайба не вышла точно за эту синюю линию. Он еще и бросок опасный наносил. Здесь два игрока, даже три от омских ястребов. Команда передачи. Вот сейчас наблюдает защитника. Ему будет оставление. Нет, это бросок. Обманул всех сейчас. Нападающий. Вот это попытка, да. Это был 88 номер, так понимаю. Это Николай Хворов. Последние две минуты третьего периода у нас уже стартовали. Шайба за воротами. Напряженная концовка нас с вами ожидает. Табачиков. Вот Табачиков шайбу увидел. Зафиксировал, игру остановил. Берут тайм-аут. Был я прав, за минуту и 49 секунд команда «Омские ястребы» берет 30-секундный перерыв. Будем надеяться, что он пойдет на пользу обеим командам. И 30 секунд вот эти они проведут с пользой. Но мы пока с вами давайте вспомним, кто сегодня у нас с вами отличился. Первую шайбу забросил Владимир Михайлов с передачей Ильи Лизенкова и Егора Клёсова. Это было в первом периоде. Николай Хворов с передачей Вячеслава Малого счет в матче сравнял на 25-й минуте. И вот пока ведущая шайба снова на счету Михайлова, Клёсов и Хлебков ему ассистировали. С пустыми воротами начинают. Посмотрите, Долгов действительно остается на скамейке запасных. И мы видим 6 полевых игроков в составе команды гостей. Ну что ж, решили рискнуть сразу, не дожидаясь вбрасывания. Но все-таки время-то поджимает. Ну, минута 49, это тоже достаточно много. Посмотрите, уже опять же лежа, это 28 номер, его активные действия, не перестаю удивляться. В своей зоне уже находится. Ястребы. Шуней точно ошибаться нельзя. Грамотно ввел в зону соперника. Теперь нужна передача. Вот он, защитников. На Хворова опять же. Хворов тоже дубль постарается оформить. Именно его шайба долгое время удерживала счет, получается, равным. 1-1 был тогда. Неточная передача. На подборе все равно игроки ястребов. А вот здесь уже в углу площадки выброс будет. Соперник выпадает. Продолжается борьба. Клюшками машут, машут. Воров. Долго ищет, кому же сделать передачу. Уже меньше минуты до конца третьего периода. Держала шайба где-то у борта в этой борьбе и толкучке. 40 секунд. Напряжение, конечно. Хворов бросает. Совсем не точно. В этот раз совсем мимо. Вышла шайба из зоны снайперов. Драгоценные секунды тают у ястребов. Отлично. Ну, 20 секунд на исправление ситуации. Вот это техника, вот это мастерство. Где бросок? Уже все сделали, но вот завершающего момента нет.
10 секунд. И этого тоже вполне может хватить на заброшенную шайбу. Особенно, когда она во владении Ястребов сейчас. Нужно грамотную передачу и нанести бросок. 4 секунды. Вижу, она у игрока снайперов. Удаление будет, но это уже не важно. Команда «Сибирские снайперы» одерживает победу. «Сибирские снайперы». Победа в сибирском дерби. 2-1 итоговый счет этой встречи. Дубль Михалева приносит победу. Ну и, конечно, замечательная игра голкипера Табачикова. Радостные эмоции. Так, ну тут есть какие-то вопросы к судьям, видимо. Ну, вроде бы уже все игроки команды «Сибирские снайперы» выкатились праздновать победу к воротам. За задержку игры был наказан игрок у «Сибирских снайперов». Ну, время-то уже закончилось точно. В любом случае, да, посмотрите. Только сейчас начинают праздновать эту победу игроки команды «Сибирские снайперы». Поздравляем их, благодарим болельщиков за то, что были с нами как на прямой трансляции, так и на стадионе «Сибирь-Арена». Ответный матч в рамках сибирского дерби «Снайперы-Ястребы» будет у нас послезавтра. Увидимся, до новых встреч.